Заліза в гарбузі міститься найбільше. У цьому питанні він чемпіон. Крім цього, рудий красень багатий на білки і вуглеводи, целюлозу та пектинові речовини, а також на такі мінерали, як кальцій, калій та каротин. Найбільше в гарбузі вітамінів групи Б для попередження втоми і депресії, групи С для зміцнення імунітету та групи Е для ефективної боротьби зі старістю. Крім того, в продукті міститься такий рідкісний вітамін, як Т. З його допомогою легко можна привести фігуру в ідеальний стан. Це дуже низькокалорійний продукт. Його найближчі родственники – це диня і арбуз. 22 кілокалорії на 100 грам продукту – це ідеальний продукт для людей, слідящих за своїм весом. Гарбуз на 90% складається з води і володіє високим вмістом бета-каротину. Ще продукт – м'який глистогінний засіб, причому настільки нешкідливий, що його сміливо можна давати маленьким дітям. Це продукт не сладкий, він рекомендован в питанні у людей з сахарним діабетом. Також прекрасно большое количество растительних волокон, пищевых волокон и большого количества клетчатки, которые хороши в питании у детей дошкольного возраста, а также у пожилых людей, страдающих запорами. У гарбузі корисне все, навіть насіння. В науке известны целебные свойства тыквенных семечек, которые содержат большое количество эфирных масел, которые эффективно используются в андрології, урології для мужчин. Денна норма їх вживання не повинна перевищувати 40-60 зерен. Також вони повинні бути сирими. Якщо не дотримуватися цих правил, можна заробити гастрит. Особих обмежень по назначенню тикви я нікому не даю. Гарбуз може зберігатися і не псуватися тривалий час. Однак для зберігання необхідно вибирати екземпляри без пошкоджень. Найбільш смачними вважаються плоди вагою від 3 до 5 кілограмів. Вони будуть в міру солодкі і готувати їх набагато простіше, ніж гігантів. Ну що, друзі, рухаємося далі. Тепер вже та гаряча і багатоанонсована тема, як правильно зберігати гарбуз та редьку в себе вдома, якщо врожай весени вас був хорошим і плануєте всю зиму споживати ці продукти. Далі в нашій студії ранкова гостя, яка про все це і розкаже. Радий представити експерта нашої студії, завідувача вимірювальної лабораторії фермерського господарства Олена Кубай. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. І так, ми продовжуємо. У нас така вже буде тепер серія розмов на тему, як зберігати овочі і фрукти у себе вдома. Сьогодні ми сконцентруємося все ж таки на гарбузах і на редці. Як правильно їх зберігати, тим паче, що користі в них, як побачили зараз із сюжету, величезна кількість. В першу чергу, як зберігаємо, мабуть, передаю естафету вам, тому що ви знаєте більше, як з цим всім впоратися, якщо врожай був хорошим. Ну, как мы уже слышали, тыква – это очень полезный и вкусный продукт. Но зимой на прилавках магазинов мы не всегда можем его встретить. Поэтому хранение тыквы очень актуальный сейчас вопрос. Я хочу сказать, даже осенью я искал по магазинам, не везде есть. Вот, поэтому сейчас мы перейдем к тому, как правильно хранить этот продукт в подвалах и погребах. Также мы расскажем, как правильно хранить его в холодильнике и на балконе, либо же лоджии. Это тоже, что, принципе, у кого есть, да. Да, что у кого первую есть. Очередь, да, зимой, если мы храним, что нам для этого нужно? Значит, смотрите, самое главное – это отобрать правильно тыкву, которая будет у нас на хранении. Значит, тыква должна быть абсолютно целая, не должно быть никаких ни трещин, ни вмятин, ни пятен. Это первое. Второе – тыква должна быть созревшая. Как мы проверяем… Ось, тільки хотів запитати, як зрозуміти, що вона дозріла чи ні? Так, мы смотрим на ее хвостик, на плодоножку, он должен быть сухой. Если мы выращиваем сами, мы смотрим, засохла у нас плодоножка, мы снимаем этот плод и уже можем залаживать спокойно на хранение. Когда мы покупаем этот продукт на рынке, мы опять же таки внимание обращаем на вот этот хвостик, чтобы он не был вялым, чтобы он не был зеленым, чтобы он был сухой. Это первое. Второе, хвостик должен быть примерно где-то 8-10 сантиметров, ну здесь нет, для того, чтобы хорошо хранилась тыква.
Отак, друзі, в магазинах нам продають неправильно. 8-10 сантиметров должен быть хвостик. Угу. От этого зависит, как быстро проникнет сюда инфекция. Вот, и начнется. Тобто цей шлях має бути максимально довгим. Максимально, да, потому что первое место, где начинает пропадать тыква, вот эта зона. Якщо ми говоримо взагалі так про інфекцію, якось зашкодити цьому можна процесу, не знаю, чимось обробити, замотати, чи це не реально? У тикви есть, мы вот видим, если мы потрём, у нее есть такой защитный слой, как... Беловатое такое, что-то беловатое. Как в яблоко. Угу. Его не нужно ни в коем случае нарушать. Угу. Когда мы собираем, либо покупаем тыкву, и если это случилось в дождевую погоду, какую-то влажную, и тыква мокрая, мы ни в коем случае ее не протираем тряпочкой, мы ни в коем случае ее там не промакиваем, потому что мы нарушим вот этот вот слой. Когда мы нарушаем этот слой... Если даже в певному там болоте, скажем так, то хай оно так и залишается. Болото, конечно, землю мы немножко отбираем. Але не моем. И ложим... Нет, ни в коем случае не моем. И ложим где-то в темное место на проветривание, чтобы она просто сама, естественно, просохла. Так, тепер потом переходим уже непосредственно к закладке. Ну, когда мы закладываем любой продукт, в прошлой передаче я рассказывала о том, как нужно подготовить погреб. То есть там должна быть определенная влажность, определенная температура. Если пропустили, до речи, друзья, то дивіться в Ютубе. Да. По влажности где-то 70%, как ее корректировать, мы рассказывали в прошлой программе, по температуре. Тыква сохраняется от 1 до 15 градусов Цельсия. То есть это, в принципе, большой диапазон. Любит тепло. Оптимальная температура плюс 5. Значит, когда мы закладываем ее в погреб, никогда, ни в коем случае не ложите ее на пол, что она начнет загнивать. Это должно быть стеллажи. Стеллажи должны быть обязательно не голые. Перед тем, как закладывать, мы стеллажи либо же вот такой вот бумагой прокладываем. Это рулонную цель. Рулон, так. Либо же мы берем обычную бумагу А4, вот как пример. Вот. Ну, тобто газетку лучше не брать, потому что она все-таки печатная, там краска. Вот. И выкладываем тыкву. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы влажность, которая будет на стеллаже, она никак не повлияло нам на тыкву. Если мы залаживаем, например, в какие-то коробки, либо же поддоны, как вот у нас есть. Следующий вот, вариант. Следующий так, вариант. Да. Кстати, вот да, если у нас здесь была бумага, здесь аналогичного тоже есть бумага прослойка. Да, можно устелить бумагой, можно устелить соломой, если это есть у кого-то, или же опилками. Так, опилочки у нас теж є, ще з минулого разу, як бачите. Я вам, друзі, казав, купуйте величезні пачки, вони вам знадобляться. Нам вони також знадобляться. Ми дуже хорошо просипаємо дно опілочками і закладаємо туди тикву. Тобто залишаємо так. Тобто має бути прослойка, хоча б якщо в сантиметрах ми говоримо, то там один, два. Где-то примерно 2-3 сантиметра. Тобто це має бути плотний такий слой. Так, є генько. Якщо у нас стеллаж дуже узенький і рядышком стіна йде, обов'язково ми прокладуємо між стіною і тиквою теж слой либо соломи, либо, опять же таки, беремо бумагу і беремо, засипаємо вот це пространство опілками. Взагалі, якщо ми все ж таки готуємо так до закладки овочів, щорічно це робимо. Якщо, наприклад, деревом обробити, щоб не було контакту зі стіною, теж підходить нормально чи... Опять же таки, дерево влага, имеется влага. То есть обязательно должны быть все стенки, которые контактируют, они должны пролаживаться бумагой, должны пролаживаться соломкой, должны пролаживаться опилочкой. И щорічно все это мы изменяем, как солома, так и опилочка. Более того, я вам скажу, что обязательно, вот если мы прокладываем стеночку между нашей тыквой, обязательно просматривать, и каждый месяц нужно менять, потому что там в соломе, либо же в опилках будет набираться влага и будет развиваться микрофлора, то есть будет развиваться плесень. Поэтому каждый месяц мы убираем это. Так, розумієте, проблема ціле літо доглядати і виростити, так що потім проблема цілу зиму це все зберегти, щоб з'їсти. Да. Тому супермаркети це все наше. Люди займаються тим, щоб зберігати. Так, є. Це, звичайно ж, якщо у нас ціле все, скажімо так. Є ось такий, наприклад, уже гарбуз, який трохи понівечений, не знаю, там, як його транспортували, але все ж таки для зберігання тривало його вже ніяк. Ми його використовуємо вже
скажімо так, в господарстві, і відповідно частини будемо зберігати в холодильнику. Як робити це? Я пропоную цей тепер перемістити на своє місце. Це ми також забираємо і подивимося, що робити. Еще вот такой момент хотела сказать, потому что многие переживают о том, как сохранять на балконах тыкву. На балконах тыкву сохранять тоже можно и довольно-таки долгое время, даже до полугода. Это мают быть закрытые балконы? Чи... У нас в основном уже открытый балкон, ну, редко где увидишь, это все застекленное. Температура там сохраняется, в принципе, плюсовая. Главное, чтобы там температура не падала 0 и минус 1. Что самое важное? Хранение, когда мы храним ее на балконе, мы обязательно укутываем в темную ткань. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы не попадали лучи света и солнца на тыкву. Тыква боится солнца, света, и тыква боится у нас подмораживания. Вот эти главные моменты. До речі, и мы а можем сохранять на балконе очень долго. Якщо поруч зберігати із батареєю, можна чи ні? Нет, с батареей нельзя, потому что это будет температура свыше 15, и она начнет портиться. Все, тоді все зрозуміло в цьому плані. Тепер, мабуть, перейдемо до того, як розрізати, правильно потім зберігати і так далі. Так, следующее, если у нас тыква есть, ну, пораженная, где-то какое-то пятнышко, где-то какая-то трещина, вот здесь мы видим, такую тыкву мы не закладываем на хранение, такую тыкву мы используем максимально быстро в пищу. Как мы можем сохранить тыкву, которую мы используем в пищу и не использовали сразу за один раз? Ну да, важковато, скажем так, они величенькие, бачимо, один вариант величенький, інший. Да. Значит, если родина невелика, то важковато відразу. У нас есть два способа хранения, смотря как вам нужно, насколько вам нужно долго сохранить разрезанную тыкву. Если вам нужно сохранить ее, если вам нужно ее сохранить примерно 2 недели, тогда мы используем пленку. Пленку мы используем, мы обматываем очень хорошо кусочек. Я попробую как бы сама справиться. Якщо, то давайте. Давайте ви лучше. А ви правильно будете розповідати, я буду різати. Значит, обязательно, перед тем, как мы заматываем в пленку, мы удаляем шкурку, то есть мы ее чистим. И мы удаляем семечки. Ну, здесь, конечно, семечек нету. Але обчищаємо, правильно? Обчищаємо, обчищаємо, якщо говоримо про обчистку, наскільки багато? Просто срізаємо всю кожуру. Да. Ну, здесь мы можем не срезать прям всю кожуру. Ну, хотя бы покажем вариацию. Да, для чего мы это делаем? Это мы делаем для того, чтобы она не загнивала. Потому что на кожуре все равно сохраняется какая-то микрофлора. И в трещинках сохраняются организмы, которые потом начинают развиваться в гниль. Значит, почистили мы, убрали семечки. Семечки, опять же таки, тоже мы убираем, потому что начинаем загнивать. Оптимально, скажем так, використовувати в першу чергу ось цю частину, де є насіння. Да, в первую очередь. А потом будет проще уже сохранять. Семечки мы не выбрасываем, потому что семечки у нас тоже очень полезные. Там есть цинк, который употребление где-то примерно каждый день 20 грамм семечек тыквы, ну, убережет, так скажем, нас от инфаркта. Особенно это очень важно для тех людей, которые сердечники. Вот, значит, мы берем пленочку и очень плотно заматываем, укутываем вот так вот продукт. Ну, конечно, весь почищен. 10-12 дней спокойно может лежать наша тыквочка вот в таком состоянии. Якісь зміни ми побачимо, скажімо так, які не варто, на які не варто реагувати. Це, наприклад, потемніння якесь, можливо, чи ні, чи це не буде? Може бути, якщо у нас образувалось потемніння, якогось вот образування, як п'ятнишко, то це не хороший знак, це знак того, що потрібно використовувати швидко. Якщо у нас таке, як підсохше, ну, коли ми обвертуємо пленочкою, обычно плотненько, ну, вона не сохне. Поэтому, в принципі, нормально. Следующий вариант. Если вам нужно сохранить тыкву 30 дней, то это фольга. 30 дней в холодильнике, очищенная тыква. А как мы тогда сберегаем? Вот так кільцями краще маленькими? Чи, ну, знаете, можно любой вариант. Можно треугольничками, можно колечками. Главное, чтобы она хорошо замоталась. Можно отрезать колечками. Давайте мы спробуем сейчас еще одну вариацию сделать. Когда мы обвертываем фольгу, мы обязательно промазываем вот эту вот часть, всю ткань, мякоть маслом. Для чего мы это делаем? Фольга
она дышит. В любом случае, она мы дышит. Мы говорим про сонечника, сонечниковое да. масло. Угу. Она дышит, поэтому для того, чтобы не обветривалась эта часть и не подсыхала, мы угу. обязательно промазываем ее маслом. И как раз из-за того, что она дышит, эта фольга, поэтому у нас хранение, срок хранения намного дольше, чем в пленке. Прямо нагадывает пленке... рокки бутерброды, которые берут часто на работу, або в школу дітей, чи... Так, и... Потому что пленка у нас как раз она не дышит, и она не дает вот, угу. вот такого эффекта длительного хранения. И все, вот, и можем в холодильник и очень зберегать. Плотненько, да, чтобы там не было кислорода, чтобы там... Є, рухаємося далі. Я думаю, що по гарбузу вирішили начебто всі вже питання, навіть якщо у вас є залишки, то відповідно вирішили, як зберігати правильно. У нас ще залишається редька, на яку ми також виділимо декілька хвилин. Що про неї можна, можемо сказати, як її зберігати в плані, якщо вона не розрізана, якою вона має бути, і в холодильнику, якщо зберігаємо? Значить, редька, вона, в принципі, зберігається угу. так же, як і будь-які інші корнеплоди, морков або свекла. Угу. Редьку можна пересипати піском, але редьку не можна пересипати піском просто влажним піском, як, наприклад, свеклу або угу. же морков. Обов'язково в пісок треба додати мел. Угу. Мел у нас поможе зробити таку щелочну середу, відповідно, не буде розвиватися плесень. Угу. Вот, мел примерно добавлять 100 грамм на 5 килограмм песка. Хорошо перемешиваем, вылаживаем штабелями в поддончик какой-то, может быть, в коробочку. Желательно, чтобы это было деревянное. Было, так? Да, и просыпаем вот этим песком угу. с мелом. Вона дуже добре хранить. Відстані, які мають бути, і чи треба один до одного, чи не треба? Взагалі, вот, якщо брати будь-який продукт, угу. неважно, це буде тиква, капуста, ми в прошлому ефірі розказували, або ж це будуть корнеплоди, нежелательно, угу. щоб вони прикасались друг к другу. Вот, просипаем хорошо песочком с мелом и очень хорошо хранится. Следующий вариант, такой интересный угу. вариант, это хранение, когда мы ее обмакиваем в глину, болтушку с глины. То есть в селах это не да. проблема взять глину. Мы берем обычную глину, угу. Берем какую-то емкость, добавляем водичку и перемешиваем. Когда идет консистенция в виде как сметана, угу. мы тогда берем каждый корнеплод, промакиваем, обмакиваем в эту глину и вылаживаем просто на полотенечко, либо же на газетку, либо же просто вот на бумагу. Буквально угу. там в течение пару часов, либо же там полдня в зависимости от сырости, какая погода у нас на улице, угу. просыхает, и мы можем просто тогда выложить эти уже покрытые глиной корнеплоды, выложить в ящичек и сохранять очень долгое время. Потом, відповідно, як ми його використовуємо? Вимиваємо, просто нет, нормально. Нет, мы не вимиваем, мы просто стучим, она отпадает. Угу. Это получается как такой чехольчик. Туда не попадают никакие микроорганизмы, туда не попадает кислород, хранится очень долго. Поэтому такая египетская мумия по-украински. Да, у себя дома, я думаю, что этот способ подойдет. Даже рекомендуют, если есть подряпины, либо когда загнивание есть, угу. можно вымыть и можно в эту глину обмочить, и тоже будет сохраняться. Угу. Круто. Ось такий лайфхак для вас, друзі, самого ранку. Якщо у нас залишається якась частина, скажімо так, редьки, так, в холодильнику ми аналогічним принципом зберігаємо? Аналогічним, да, способом. Опять же таки, в пленку, якщо угу. це... Мы используем, рассчитываем, что мы будем использовать в течение недели. Если немножко дольше, если она у вас большая, как вот у нас, например, mm-hmm. да, она огромная, то здесь мы можем, опять же таки, обмочить ее, либо же обтереть ее маслечком и замотать в фольгу, и будет mm-hmm. сохраняться долго, в течение месяца. Ось так, друзі, ну що, будемо сподіватися, що свій врожай ви збережете досить добре. Як бачите, мороки величезна кількість для того, щоб його виростити, та ще потім, щоб зберігати. Але про все це ми розкажемо вам в ефірах, тому слідкуйте кожного четверга. Будемо з нашим постійним вже експертом спілкуватися стосовно цієї теми. Долучайтеся. Якщо пропустили один із випусків, можете переглянути в Ютубі. Я вам дякую за те, що сьогодні завітав в нашій студії.